Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте. Меня зовут Алена Гончаренко. Я представляю логистическую компанию полного цикла RB Logistics. Хочется узнать причину, по которой ваша компания представлена на нашей выставке. Наверное, у вас есть какие-то интересные решения и предложения. Да, безусловно. Наша компания на рынке уже 16 лет, и все эти 16 лет компания идет четко путем развития. И мы очень любим ритейл, работаем с ним и можем предложить очень интересные решения для именно ритейла. Мы работаем с крупными ритейлерами, мы умеем все. И начиная от производителя и заканчивая конечным потребителем, мы включаемся на любой стадии, либо берем под себя полный объем. И выполняем все четко, в срок, нам доверяют. И это очень приятно. Конечно, это приятно. Расскажите, пожалуйста, вы первый раз участвуете в нашей выставке или вы постоянный ее гость? И гость, наверное, да, как дома, потому что мы постоянно, как большая семья, весь ритейл и все наши подрядчики. Мы постоянно, как гости, участвуем в этой выставке, мы постоянно сюда приходим, потому что новые тенденции ритейла нас волнуют, ну, скажем так, очень серьезно. Тем более после пандемии, когда ритейл сейчас имеет совершенно новое направление, огромное количество доставки, фулфилмент, то есть все от различные операции, которые сейчас производит ритейл, это нам тоже очень интересно и важно, потому что мы должны включаться на любом этапе. Почему? У нас производитель и конечный потребитель. Нам нужно все сделать быстро, нам нужно сэкономить максимальное количество денег и производителю, и потребителю для того, чтобы именно все логистические процессы были наиболее оптимальные. То есть мы еще и оптимизируем все эти процессы. У нас действительно большие площадя, у нас есть мезонины, то есть у нас хранение идет как крупногабаритного товара, так и мелкоячеистого. То есть мы делаем все логистические операции, которые вообще возможно придумать себе на этом логистическом рынке для того, чтобы помочь именно ритейлу. И такой вопрос. Ритейлеры, офлайн-ритейлеры во время пандемии столкнулись с ударом, который кто-то пережил, кто-то нет, кто-то перестраивался и так далее. Логистическая компания, которая постоянно женит и дружит вот всех участников рынка. Скажите, как на ней отразилась пандемия? Потому что я так понимаю, что поставки все равно никуда не делись, но переформировались сами именно векторы сбыта. Но вот как логистическая компания пережила пандемию? Вы знаете, удивительно, но логистическая компания в пандемию окрепла. Потому что и у нас были такие позиции, которые в пандемию работали максимально в полной загрузке, на полном объеме. И мы помогали им максимально не то что пережить пандемию, а сократить свои расходы и, скажем так, освоить весь объем, потому что объем был очень большой, и мы работали. Мы работали, хотя соблюдали все необходимые средства защиты и выходили на работу за 1,5 метра друг от друга работали. Но тем не менее. Мы нашли компанию, которая спасла весь рынок. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Надеюсь, до встречи. Удачи вам и будем знакомы. Спасибо большое. Надеюсь, до встречи в следующем году. И надеюсь, выставка с каждым годом будет все крупнее и крупнее. И все больше участников рынка будут говорить о повышении своих уровней продаж, работ и объемов. Спасибо большое. Желаю всем успехов и взять этот рынок. До свидания.